оштукатурил одну стену и от нее взял размеры, перенес на эту стену. Тоже ее оштукатурил. Но эти две стены параллельные, строго, по одному размеру. Далее сделал короб. И что? Оштукатурить эту стену и сделать 90 градусов к этой стене. Я делаю таким образом. Отвесом. Черту делаю, без разницы где. Здесь, здесь, без разницы. Сделал черточку. Далее. Нахожу инструмент, которым я буду пользоваться. Здесь стена короткая. Я, короче, нашел вот наличник. Отрезал его. И он у меня будет вот здесь находиться. Я буду ее вводить таким образом. От этой черты, вот она черта, беру, ищу размеры. Где самый маленький размер? Здесь, например, 14, там, например, 13. Вот они размеры, я записал. 13. Я беру 12,5 размер, чтобы штукатурка здесь легла. Далее. Размер наличника 7 сантиметров. Я беру вот этот размер 12,5. Делаю к черте вот 12,5. Вот я сделал. И делаю черту 7 сантиметров. Вот 12,5, а черточку сделал 7 сантиметров. Вот. К этой черте будет вот это вот. Вот она. 7 сантиметров. Далее что я делаю? Чтобы найти 90 градусов, люблю брать любые доски или плитку, ну, чтобы у нее было 90 градусов. Вот я вот эту вот ДСП нашел. Беру тоже 12,5 размер делаю. Потом беру ниткой, протягиваю и нахожу размер здесь. Делаю черточку. От этой черточки беру 7 сантиметров. Вот это вот. Палочки 7 сантиметров и закручиваю вот эту вот рейку. В общем, вот этот профиль я закрутил, все, эта сторона у меня готова. Далее беру другую рейку, подставляю вот этой черточки, это 7 сантиметров, которые я отмерил. Подставил. Ну тут я уже приготовил, конечно. Подставил. И там тоже подставил 7 сантиметров. Далее. Прикручиваю сразу же саморезы. Все, прикрутил. Дальше. Вот так вот прижму. Просто прижал. Саморезы подставил, а здесь потом еще можно прикрутить, чтобы эта рейка не упала. Накидываю раствор на эту стену. Беру. Вот представляете, тут раствора почти не будет. А здесь вот такой вот. Это ужас. Вот смотрите, расстояние какое. 4 сантиметра здесь будет. Но это для того, чтобы сделать угол 90 градусов. И вот так буду накинуть, и вот так вот водить. Здесь будет вот это вот прижиматься к этому профилю, а здесь будет край этой доски прижиматься к этому профилю. И я буду таким образом вести. И у меня стена будет ровная, а угол будет 90 градусов. Тут почти раствор не наносится, фактически его нет. А здесь будет сантиметров 4-5. Но зато будет угол 90 градусов.
Вот эти вот маячки в данный момент, я их сюда не прикладываю. Смысла нет их укладывать. Делаю одну рейку, делаю другую рейку к стене. Все, пока.